Международный турнир «Золотой обруч» на призы газеты «Советская культура» состоялся впервые в Свердловске. Зрители увидели на помосте гимнасток из шести стран, а рядом лучших тренеров мира, руководителей национальных федераций художественной гимнастики. Почетное право открыть встречу предоставлено свердловчанкам Людмиле Макуловой, Марине Чураковой, Гуле Абкагировой. Глава польской делегации на турнире Мария Шишковска. Это очень важна для нас встреча, потому что этот турнир самый важный перед чемпионатом Европы, который уже близко. Мы хотели сравнить свои силы с вашей командой, но ваша самая сильная в мире. Я думаю, что на чемпионате Европы станет чемпионкой тоже Ирина Дерюгина. В этом соревновании выступает наша самая лучшая гимнастка Славомира Цапковска. Она хорошо держалась в этой команде. Абсолютной чемпионкой турнира как в многоборье, так и в отдельных упражнениях стала киевлянка Ирина Дерюгина. У нее главный приз газеты «Советская культура». Славомира Цапковска стала лучшей среди зарубежных участниц соревнования. Приз «Русский самовар» испанка Соня Морено увезет в Мадрид, где осенью состоится европейский чемпионат по художественной гимнастике.